Всем привет! Приехал на открытие рыбалки зимней. Вот, приехал на Василковое, оно же Малое Усы. Несколько дней люди ловили. Вот. Ну, я сейчас располагаюсь здесь. Пробуем же наловить курешки полуродки. Ну, а вы подписывайтесь в Телеграм, заходите, смотрите. Ну, еще раз всем привет! Палатку поставил, первый выезд на рыбалку. Наконец-то дождался, 3 дня ждал. Вчера погода была нелетная, не поехал, рисковать не стал. Ну а сегодня приехал. Лед, в принципе, ну держит, так шибко не хрустит. Сейчас скажу какой. Вот такой, 5 сантиметров, 7. Вот я уже прикормил криль, обычный, подкрашенный просто краской. Изначально будем рыбачить, пробовать на махалке. Вот, тут мой набор. Так. Одна блесенки, тут вот гусеница с зеленым мобиком, а здесь такая с точкой, камешком. Опа, я вешаю, мне так удобно, не знаю, я так привык. Вот две блесенки, во-первых, и потяжелее, и чувствуется получше. Со всех сторон кашляют. Сейчас настроим глубину на махалке, ну поставлю пока около метра. На улице небольшой ветерок, палатку я раскрепил, получается махалка метровая, ну вот, грубо говоря, 1,10 м до первой блесны. Опускаем, а потом будем играть глубиной. Если рыба подымется, то будем повыше. Ну вот мужики рядом сидят здесь, я пока не видел, чтобы они поймали. Рыба пока еще спит. Такие пакеты продаются 40 рублей. Вот. Махалка и Вера метровая, 100 сантиметров. Здесь вот такая блесна богдановская с красным темным мобиком. И маленькая богдановская здесь с желтым мобиком. Все, приступаем. Начинаем открывать сезон. Ну, вот люди ходят, чувствуется лед, как гуляет. Ну, первая в этом году малородка. Мелкая, правда, ну. Сейчас я так сниму. Было несколько поклевок. На улице снег зарядил, прям хороший такой. Начало положено, значит, уже хорошо. О, уже получше. Ну вот это повыше вот опустил, вернее, вот эту пониже опустил, вот начало поклевывать. По чуть-чуть подкармливаем. По чуть-чуть, прям по щепоточке в одну лунку. Подсобрать рыбу, чтобы... Ну что, вроде бы я чуть-чуть подзакормил ее. Вроде бы поклевывает. Я уже вот поназловил сколько. Вон лежит. Вон, вот она, на махалку. Ай, тыш. А здесь поставил гирю с опарышем просто. Без ничего. Ну, в смысле, опарыш, все. Без всякой намотки. Светофорчики. Там красный крючок, зеленый и синий. Ну вот, то на махалку, опа, клюет. То на гирю. Сильной активности нет, ну, клюет. Его чуть-чуть подкормишь, прям щепоточку. Она прям подходит. Вот. На гусеницу с зеленым мобиком. Берет. И берет практически со дна. Вот. Пробовал глубиной играть. Повыше нифига не хочет. Прямо под самым дном. Глубина здесь где-то 1,5 м. Ну, такую маленькую я стараюсь отпускать. Опа, иди. Вот на нижний крючок сейчас опарыш слетел. Все, перестало клевать. Вот. Приходится по чуть-чуть, прям вот капельку вот так вот беру. Раз. Все. Вот сюда надо опять опарыша повесить. Вот с опарышами что неудобно, так это их сбивает. Вот. 3 опарыша висит. Одного нижнего нету, все, не клюет. Вот так потихонечку. Прям жора нету, ну. Клюет постоянно. Так, ну и вот этого заменим.
так как я сразу два достал. Снег на улице валит вообще стеной. Не прикормил, все, клевать перестало. О, только опустил опарик, поклевочка. Бывают прям агрессивные такие поклевки. Дыц. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Рыбка, скажу, хорошая. Ну, по сравнению, что бывает здесь. Нет-нет, есть, нет-нет, есть. Особого жора такого нету. Бывает вот так вот, помакаю чуть-чуть. Поймал вот камбалку на махалку небольшую. Ну, она маленькая, я ее спущу. Думал, хорошая орешка клюнула. Нет, камбалка. Хорошо, красноперки пока еще нету. Вот красноперка вот такая вот клюет. Не могу понять, на что лучше клюет. То ли на гирлянду, то ли на этот, на махалку. На гирлянду получше чуть-чуть. Вот она есть. Так, опять взлетел опарыш. Ну, потихоньку в ведре прибавляется. Что у меня... Здесь вот за гирлянда. О, тоже под опарыша. Вот ее мы и снимем. Поставим, которую я вчера связал. Сделал небольшое ноу-хау. За место, чтобы не поплывка, а чтобы видно было, как корешка когда клюет. Вот такой кембрик силиконовый. И двумя зажимчиками зажал. Ну вот уже сейчас сижу. Одну или две вытащил только. Вот мой улов за сегодня. Рыбка такая, в принципе, нормальная. Вот. Ну, сейчас пока не клюет, ловлю на гире. Пока затишье, время первый час. Ну, это тут так всегда. У нас утра клюет, потом перестает, потом после обеда начинает. Сейчас еще посижу немного, пока не надоест. Выйдем, посмотрим, что на улице пока. Она не клюет. Ух ты, все белое. Пришел, лед был вот такого цвета весь. А тут... Зима. Народ вон весь в палатках там сидит. В ту сторону. Красотища. Все белое. Бесплатного входа. С платного заезда тоже. Бесплатный второй заезд. С той стороны платный. Она вот здесь клюет. Вот одна удочка, лунка. А вон палатка моя. Ну, обстановка. Вот так люди уходят. Ну и некоторые еще сидят. Рыбка такая, в принципе, хорошая. Эх ты ж, хорошо водит. Погода, вот солнышко вылезло. Нормально все стало. Но ветерок все равно продолжает. Вот зря сидел я в палатке 2 часа с 11 до часу. А вот вышел когда. Вот. Вот 2 часа сидел в палатке просто так с 11 до часу. Непонятно зачем. Вышел с палатки. В час, вот за полчаса, наверное, минут 40 надергал. И рыба клюет. Че сидел 2 часа, непонятно. Ветерок так подстихает, солнышко немного выглянуло. А то до этого вот это все снег навалил. С утра вообще сильно, вот она шпарит, клюет. Вот такой вот, вчера связал, розовенькая. Вообще радует меня. 2 крючка, правда, я уже оторвал, повязал машинкой. Потому что крючок с лопаткой. Ну, что-то плохо привязал, видать. Как раз вот развязались они. Вот. Клюет. Тут махалочку поставил. На махалку неудобно. Здесь вот рыба клюет. На махалку и на гирлянду.
нужно на что-то одно. Либо две гирлянды, либо две махалки. На улице, в принципе, тепло. Если бы ветра еще не было, вообще было бы шикарно. Руки даже не мерзнут. И в основном клюет на нижний самый крючок. Либо давление, либо что, не знаю. Вот, вот на самый нижний крючок. Изредка, когда на второй. Да елки, что палки. И что самое хорошо, тут вокруг меня вообще, в принципе, никого нет. Вон два мужика, и вот тут вот палатка стояла. Они ушли туда, в ту дальнюю кучу. Никто не мешает. Иногда проходят здесь. Бывает, аж тянет так, что такое ощущение, что там навага повисла. Вот она. Рыба хорошая. Те года в основном мелочевка. А так вот средняя и покрупнее. Ну, я сижу уже, собираюсь, в принципе, заканчивать. Время 4 часа. Клюет. Вот. Вот экземплярчик хороший. Даже вот так. Продолжает. Вот крючок. Кошка. Розовенький материал. В общем, из 5 крючков у меня осталось 2. И те я несколько раз перевязал уже. То ли леска плохая, то ли что. Вчера гирлянды связал. Опять. То ли леска плохая, то ли не знаю. На узлах не держится узел. Прям развязывается и все. Опять вот еще одно поймал. Два крючка. Рыба клюет. Вот. В обед не было. Сижу я, получается, где я? Ну, где сел вот палатка моя. Вот. Вот бесплатная парковка. А вон там за спиной платная. Ну, вот так посередине я и сидел. Вот. Лед. Лед, в принципе, нормальный. Вот тут все ходят, вот если видно, тропа. Ну, так прогинается. Вот. Сантиметров, наверное, 6-7 лед толщиной. Ну, похрустывает так. Не очень приятно сидеть, конечно, когда он под тобой ходит, ходуном ходит. Ну ничего, в принципе, нормально. Ну, сезон открыл. Вот опять. Вот так вот клюет. Ну все, собираюсь уже все окончательно. Хватит уже продлять удовольствие от рыбалки. На одну удочку, можно сказать. На махалку, в принципе, не так. Несколько штук поймал. Чуть прекратилось уже время, почти 5, наверное. Вечером. Все, собираюсь. Поехал я домой. Рыбалка, в принципе, удалась. Открыл сезон нормально. Ну все, начались сборы. Вот это до 11 поймал. Ну а вот тут здесь уже после обеда то, что собираем.
Ну все, друзья, я возле машины, уже собрался, сложился, рыбалкой доволен, нормально, в принципе, открыл. Ну, ведро не поймал, ну, больше пол ведра, более ближе к полному. Не пустой, ладно, люди и меньше поймали, но некоторые побольше, они туда дальше сместились, там рыба была. Вот, я видел, мужик проходил, полные санки выносил. Заходите в Телеграм, подписывайтесь в Телеграме, там я иногда фотки выкладываю. Вот, если какие-то вопросы, может быть, есть, можете написать. Постараюсь ответить. Ну, всем пока. До скорой встречи. Заждался меня на пороге осень, моя сестра.